Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Нашел я таки, как сюда попасть. Помните, в прошлой серии я не мог сюда дойти до этой вышки, так что давайте мы ее активируем. И как раз посмотрим, как нам прийти к нашему первому горючему для нашей ракеты, чтобы отсюда улететь. Я думаю, наверное, у нас здесь есть бусы с вами, да, огромные. Может, мы сделаем так, чтобы... Здесь мы с вами монстров убивали, они не, не появлялись? Как думаете, вот это вот смертельная передача, либо не? Или пока мест трогать мы не будем? Так, давай посмотрим, как мне здесь перейти. Угу. На мосты, да? Вот сюда нужно на мосты, и сюда на мосты нужно будет сделать. Давай сюда, наверное, идем сначала. Так, побежали. Ёпта. Все. Парни, прекращайте. Я... Ага, я тут не пройду, да? О, все. Понял. Это ваш район. Ага, металл. Металл мы заберем. Это ваш район, понял. Блин, может реально включить-то, поубивать их всех. Так, опустить, есть. Все, я ухожу. Падлы. Ладно, давайте разберемся с ними, потому что они нам жизни больше не дадут здесь. Так, не вижу, вижу. Хорошо. Есть, отлично. Не знаю по поводу, буду ли я здесь на постоянной основе бегать. Так, собакин, прекращай. Хотя давайте используем, что мы один раз живем, правильно? Давай используем, что здесь больше никого не было. Дай сюда. Так, передатчики, смертельная, да. Создать. Есть, окей. Все. Теперь, когда мы будем их убивать, они больше не возродятся. И это не может не радовать. Давайте попробуем найти следующий мост. Тут ты находишься. И перейти туда. И нужно будет, наверное, без записи просто побегать. Ага, а оно поломано, да? Блин. И тогда каким образом? Здесь мост тоже, наверное, опускается с этой стороны, да? Ремонт напригоден. Давай посмотрим. Так, хорошо. Значит, нам в эту сторону. Побежали. Хочу вообще посмотреть по поводу... Ё-моё. По поводу этого топлива, что оно из себя представляет? Что оно вообще из себя представляет, это топливо? Так, бусинки забрали, отлично. Аптечка. Блин, вот собакин без ошейника начинает все подряд и грызть. Так, что здесь у нас? Дай пройти. Спасибо. Давай включим радио. И побежали отсюда. Так, минус. Но бусинки у меня-то есть. Я-то, в принципе, их сажать и на огороде могу. Так что они мне не нужны. Да, конечно, лишним они не будут, но чтоб прям я в них нуждался, тут такого нету. Так, вот мост есть, хорошо. Побежали, ага, нам в эту сторону. Так, как сюда? Отстань. Ля ты, крыса! Как сюда пройти?
Слышь, ты своими культяпами не махай здесь. А то можно культяпки потерять. Так, смотрим дальше. Нам нужно... Ага, ферма есть тоже. Нет, нам нужно... Вот сюда. Твою мать. Бесите меня. Так, как пройти? Таким вот образом. Интересно, а здесь костер будет, либо не будет? Просто хотелось бы, во-первых, сложить все свои вещи. Во-вторых, пополнить запас... аптешки. Так, разобрать. Холодильник, холодильник. Нет, холодильник мне пока не нужен. Минус, минус. А минус на минус дает, что у нас правильно, плюс. Так, давай с этой штукой разберемся. И надо бы, наверное, знаете, чем заняться? Наплавить себе еще. Наплавить себе еще этого металла. И прокачать наш топор. Так, как сюда? Ага, вот сюда, да? Давай бегать, давай смотреть, давай аккуратно этим заниматься. Так, отойти, отойти. Кусай, собакин, кусай. Молодец. Вот таким вот образом. Есть и минус. Ага, не минус. Блин, а дайте костер, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, костер. Мне интересно, эти штуки исчезнут, когда я заново, ну, то есть начну с костра. Или это чисто про зомбаков? И они будут на постоянной тут основе. Так, главное сейчас тут не откиснуть. Главное сейчас тут не откиснуть. Потому что если я знаю, я могу. ПП у нас вообще ноль. Ага, вот костер. Шикарно. Сейчас заодно давайте и проверим. Сработает оно, либо не сработает, либо оно заново будет. Бум, боец. Урон от удара против монстров плюс 5. Да, давай. Так, строитель, лимит построек плюс 20. Не знаю, не знаю, не знаю. Давай на строителя пойдем. И давай смотреть. Не, не появились. Хорошо, давай мы тоже это позабираем. Когда назад будем бежать, в любом случае тоже пофармим это все. Ну, чтобы сразу было в инвентаре. Мало ли, захочу прокачаться. И нам понадобятся эти косточки и бусинки. Попробуем лечь поспать, чтобы утром идти, либо опять мы не захотим спать. Ау, сон, 8 часов. А не, хотим. Давайте утром бегать. О, вставай. Всем доброе утро. Так, Соня, Соня, Соня. И куда нам нужно? Ага, вот сюда, то есть вверх. Давай по дороге как раз разносить этих монстров. Здорово. Вот и тут. Так, колодец желаний, да? И три картохи. Но там выпадает с этого колодца желание. Ну, такое себе. Так, морковный сок, хорошо. Что тебе надо? Одна бусина, три картошки. Сейчас я покажу вам, конечно, но... Нам ничего такого интересного оттуда и не выпадает.
Раз, два, три. Вот, смотрим. Сейчас нам предложат взамен какую-то дичь. Так, не то. Вот так вот. Выберите награду. Смотри, камень могу взять, кости. Ну, давай камень возьмем. Я думаю, нам пригодится камушек, да? Ну, то есть ты отдаешь какие-то продукты, тебе дают те же самые продукты, либо материалы. Ну, не знаю. Лучше бы дали чертежи какого-то меча, либо топора усиленного. Было бы круче. Реально было бы круче. Так, блин, как же меня бесят вот эти вот растения. Так, собрали, отлично. Идем дальше. Ну все, отстань. Есть, хорошо. Они напоминают фильм, не помню как называется, через Звездный десант или как-то так, когда с жуками, помните, на планете боролись, то эти жуки стреляли в космос. Тоже что-то типа плазмы. Избивали корабли. Так. Такими темпами мы далеко с вами не уйдем. Бегим, бегим вверх. Так, здорово. Исследовать. Давай исследуем. Здесь описана легенда о древних людях, населявшей остров. Однорукий король дал нам учение о мане. Мы научились делать много великих вещей. Но только король знал колдовство без маны. Почему он не учит нас этому? Потому что жадина. Я уверен, что король просто жадиной был. Поэтому и не учат. Так. Мои хорошие, а куда тут дальше идти? Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Хорошо. Отлично. Сразу избавимся от этого всего. Сразу избавляемся, сразу избавляемся. И смотрим, куда нам тут дальше бежать. Так, бонжур. Давай нам бусинки. Отлично. Шикарно. До побачення. И ты хочешь, да? Вот тебе не сидится спокойно, да? Правильно, тебе не сидится спокойно. Тебя тоже. Мало ли, когда-то придется убегать сюда. Так, что я хотел? Посмотреть, куда нам дальше идти. Так, вот сюда вправо. Отлично. Сейчас давай только разберемся с ним. Так, отлично, пройти. Это мы тоже разбираем. Есть. Эту штуку тоже минус. Все. До побачення. Мне уже больше не влазит ничего. Бегим сюда. Здравствуйте, мужчина. Как ваши дела? Самое главное, что все хорошо, правильно? Так, давай обыщем машинку. Это мне не надо. Здесь мы разбираем. Ну все, все. Я понимаю, что это ваш мост, что вы тут главные, но мне нужно прийти посмотреть по поводу... По поводу топлива. Пока давай сначала аптечку используем. И дальше побегем. Надеюсь, что
сюда вышка тоже достает, и они больше не возродятся. Мне бы костер бы здесь не помешал бы, дамы и господа. Честно признаюсь, мне бы сюда костер бы не помешал бы. Так, есть. Отлично. Шикарно и... Вообще отлично. Да, вот, ломай его полностью. Ага, а вот и кострик. Есть. Сейчас давай туда это все положим. Это мы заберем. Чтобы было, правильно? Назад надо будет тоже сбегать. Заодно. Просто если я знаю, я потом забуду. Не помню в какой серии, но в какой-то мне реально не хватало этих листьев. А здесь их просто хоть жопой жуй, да? Так, все, побежали. Дальше давай смотреть. Костер, костер, костер. И нужно будет здесь, наверное, посмотреть мост. Нужно ли его починить, либо опустить и побежать дальше. Так, хорошо. Тут кто? Тут кто у нас? И как мне туда пройти? Так, сюда я могу. Нет, тут тупик, да, везде? Ага, растение. Минус. Давай это растение тоже уберем. Там, шикарно. Зачищать территорию, так зачищать полностью. Сейчас надо бы с этим толстячком тоже разобраться. Не оставлять его здесь. Есть. Есть. И... Шикарно. Здорово. Как ты? Все нормально. Все хорошо, да? Ну, самое главное. Сейчас заберем как раз металл. Бусинки, бусинки. Пока есть костер рядышком, то можно, в принципе, и побегать. Так, собакин, хватит все ломать. Я понимаю, что ты злой и страшный серый волк, но... Прекращай. Металл... Да, металл мне нужен. Сюда заблокировано. Ага. Ну, значит, будем разблокировать. Так, дай. Угу, все равно заблокировано. Только не могу понять, почему. Так, могу пройти, да? Так, мост у нас идет на ту сторону. Это отлично, но мне надо... Мне надо, значит... Ага, вот сюда. Правильно? Тут я никак не пройду, в любом случае не пройду, я вижу. Значит, сюда, назад бежим. Да отстань ты от забора. Так, нужно будет сложить сейчас все. И побежали вот сюда. Только куда здесь? Давай посмотрим. Угу, вниз и вниз. Минус. Шикардос. Теперь вот сюда. Так, забрать. Разобрать. Забрать, разобрать. Лавочку тоже. Металл нам нужен. Падла. Бесишь меня. Вместе со своим другом. Так, что у нас тут интересного есть? Давай. Заблокировано. Угу. Теперь разблокировано. Минус. Так, куда нам надо? Сейчас надо будет посмотреть. По-моему, не туда пошел. Давай с ним тоже разберемся. Этим...
тоже нужно разобраться будет. Ага, а я сюда не пройду. Мои ладушки. Нет, так нет. Это наш хохотун. Ага. Сколько вас здесь? Погоди. Нужно использовать сначала аптеку. А потом уже с ними разбираться. Блин, а давай, наверное, знаешь, как мы поступим? Попробуем пробежать. И постучать. Во, и пусть он, Собакин, с ними разбирается. Да? Получится? Давай проверим. Все. Давай, Собакан. Разбирайся, кусай их, да. Пусть собака разбирается. Не зря ж мы ее прокачивали. Давай, пусть. Ну я здесь, алло. Ребят. Давай. А где собака? Ага, вот она где. Ладно, побаловались и хватит. Побаловались и хватит. Ну, в принципе, если у вас будет мало хп, то я думаю, так можно будет поступать. Чтоб собака ими занималась. Падла, отстань. Ля ты крыса. Ля. Вот таким быть. Ладно, побежали. Монстры, по идее, да, они не возродятся здесь. Надеюсь, там тоже не возродятся. Сейчас мы сбегаем. Заодно посмотрим. Угу. Это мы забираем. Где тут этот старичок? Пошли на пикничок, а? Вот и все. Чисто дом достала библиотека. Что означает, получи топориком оружие. Так, бисквит на тортик, хорошо. Нам сюда. Нам сюда. И куда дальше? Вверх вот сюда нужно будет зайти. Давай зайдем, поздороваемся с человеком. Мало ли, может, он скучает. Может, реально человек скучает, правильно? А мы поздороваемся. Так, минус. Минус. Хорошо. И еще минус. Блин, у меня уже бусинки не влазят. А куда мне надо? Нет, вверх, да, по-моему? Нужно бежать наверх. А можно мне, пожалуйста, этот костер здесь? Рядышком. Или нельзя, как думаете? Так, изучить. Читать, отлично. А костра рядом и нету, да? Божечки, как же ты меня бесишь, падла. Во, перешли на этот остров. Ля, это что такое? У нас теперь будет робот. Так, топливная ячейка находится внутри этого автоматона. Думаю, мне стоит попробовать достать ее. Йоу. А, то есть ты в меня будешь сейчас... Ты будешь в меня сейчас стрелять? Серьезно? Ля-ля-ля-ля-ля, что творится? Ля, что творится, ребят?
Собакин, кусай. Кусай, собакин. Вот это мне нравится, конечно. Придумали неплохо, да, разработчики? Так, надо восстановить хпшку. Жесть. Так, аккуратненько. Восстановить хп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Собака же тоже помогает, правильно я понимаю? Ой, уйди, 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 уйди. Жесть. Жесть, что творится. Ой, я, по-моему, не пройду, да? Или пройду? 4 из 5. Хорошо. Блин, может не... Топориком нужно его бить, а... Ломиком, как думаете? Ага, плюс один это аптечка у нас, ребят. Плюс один это у нас аптечка. Вот это вот вообще жестоко. Как выбросить нафиг это нам не надо. Есть топливная ячейка, одна штучка у нас с вами появилась. Что могу сказать, это... Это шикарно. А с роботом прикольно они сделали. Так, где у нас следующая? Следующая у нас находится... Ага, раз. Вот тут. Я думаю, нужно будет, наверное, идти к этой башне и эту башню открывать. А потом уже исследовать и все остальное. Не знаю, буду ли я бегать здесь, либо нет. Фармить что-то. Посмотрим. Так, а где у нас костер находится? Далеко отсюда? Ну, не так, чтобы далеко, но и не близко, да? А я смогу пройти поверху? Если я сюда зайду, здесь зайду. Так, это мы с тобой ломиком... Ломиком, я сказал. Вот так вот. Ой, молодец, умничка. Кусай его полностью. Сделаем так. Сделаем вот так. Пройду. Угу, и здесь тоже ломик нужен. Да ё-моё. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Вот так. Вот таким вот образом мы с вами и открываем. Все. Я сейчас побегаю здесь, залутаюсь, ну конкретно поразбиваю все, что здесь плохо лежит, вот, вот, вот таким вот образом, пособираю себе металла, возможно сбегаю домой, улучшу себе топорик, потому что мне, по-моему, надо 20 кусков стали. На это все дело. Посмотрим. Может, реально лучше себе топорик еще, чтобы он сильнее был. Просто, чтобы вы понимали. Сейчас, секунду. Где у нас тут улучшение? В чертежах у нас больше такого оружия нету. Что это такое? Очарование берсерк. Блокирование урона 55, урон от удара против монстров плюс 10. Да, давай сделаем. Чтобы вы понимали, больше ничего такого нету. А если модернизация? Где наш топорик? Где наш топорик? Вот наш топорик. Сейчас у нас 62, будет 68. Я думаю,
до 80, да, либо до сотки мы сможем еще прокачать. Сталь 12 нужно, вы видите, да? Плюс керамика. Я думаю, топорик улучшить. Наичный ключ не уверен. Серп тоже не уверен. Так, что это такое? Бусы. Ага, максимум здоровья. Плюс 20 есть. Давай смотришь, буду здоровье увеличилось, да. И тогда, когда мы зайдем с вами в инвентарь и уйдем отсюда, у нас будет грелка с вами, это на зимнем биоме, да? Угу. Так, блокирование урона минус 55, это то есть, когда в меня будет попадать, мне брелок будет помогать. Так, надо будет потом переодеться. Что у нас тут здесь свисток? Ничего интересного нету. Есть, конечно, приманка для монстров. Пускает всплеск звуковых волн на чистоте. Не знаю. Что у нас тут? Лопата нам не нужна, да? Семена. Ну, возможно, семена понадобятся. Дробовиком я не пользуюсь. Этой штукой арбалетом тоже. Думаю, она бессмысленна, но пусть будет. А здесь тогда пусть будут семена вот таким вот образом. И все, питомец у нас по максимуму прокачан. Так, давайте, наверное, на этом мы серию с вами и закончим. Я жарю, тут я тут немножко по... Что здесь у нас? Блокируем урон, Вот удара против монстра плюс 16. Не знаю, возможно, она будет берсерка прокачать себе. Да? Как думаете? Инвентарь. Может, реально берсерка прокачать? Фонарик нужен. Это ХП нужно. А если я лед уберу, будет ли мне жарко? Будет ли подниматься температура? Ну, в принципе, нет, не поднимается. Нужно будет проверить потом. Так. Ага, то есть топливная ячейка у меня не убирается, да? В инвентаре. То я с ней буду бегать постоянно. Блин, а вот это вот плохо. Вот это вот плохо. Из-за того, что у нас минус одна ячейка. Как-то разработчики так не продумали, да? Ну, зато я не буду забывать, какая у меня основная цель. Это найти 4 топливных вот этих вот штуки. Так что все, я же говорю, сейчас я здесь побегаю, полутаю недолго. Здесь поразбираю, возможно, сюда заскочу. Потом где еще на ферме можно разобрать. Здесь можно разобрать. И потом в следующей серии мы с вами уже отправимся конкретно к этой вышке. К этой вышке мы отправимся. Откроем ее. Возможно, здесь покажется, где конкретно эта топливная ячейка. Либо не покажется, не знаем. Наперед загадывать не будем. Посмотрим. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И напиши свое мнение по поводу игрушки, как тебе. Потому что это уже какая? 11 или 12 серия. Мне лично зашла. Хочу пройти полностью, пооткрывать все. Найти все секреты. А потом уже в конце, когда мы все осмотрим с вами, улететь отсюда. Так что все. Всем мур-мур.